Так, все. Торжественно объявляю о том, что будущее уже наступило. Что в моей коллекции будут происходить серьезные изменения. Из первых и важных недочетов сейчас покажу. Тут торчат вот эти волоски. Поверхность просто космос. Она как бархатная ткань. Она ничем не отличается. Я думаю, что это будут мои любимые кисти в ближайшее время. И я их просто обожаю. Вот. Ну, а также, как ими работать, вы сможете узнать на моем канале. В общем, девочки, я очень рада, что не повелась на рекламу блогеров. Не накупила себе Зоевой, не накупила себе Вау Браш, не купила себе ничего, что работает уже так же, как это. Ворс нежный, упругий. Он такой вот, знаете, он такой упруго непослушный, я бы выразилась так. И когда вот этой вот щеточкой я себя погладила по лицу, было такое ощущение, что как будто тебе какой-то плюшевый мишка гладит по лицу, правда, вообще. В общем, я очень рада. Я думаю, что я быстро к ним приноровлюсь. Они небольшие, вот для сравнения я положила щечки. Так, наверное, будет понятнее. Вот примерно какой у них размер. Так что поздравьте меня, я очень рада. Он обошелся мне в... В общем, я напишу под видео. Вот такая внутри махровая тряпочка. Всем пока. Всем счастливо. Ура. Все. Праздник на улице кистевого маньяка. Это называется. Просто Новый год. Вот в таком мятом виде я получила набор очень классных кистей. А я вот как только принесла, сразу стала снимать. И при транспортировке некоторые из них потеряли свои места вот в этой коробке. Когда я их заказывала, я надеялась, что я так и буду их транспортировать в этой самой коробочке, но, как видите, мне либо придется ее разбирать, либо что.